Друзья, привет! Всех поздравляю с масленицей и сегодня покажу вам несколько классных рецептов блинчиков. Мы будем готовить блины на молоке, на кефире, делать блины с маком, сворачивать из них розочки, делать мешочки, конфетки и еще запекать в духовке вместе с творогом. А если у вас дома вдруг закончился разрыхлитель, то в этом видео вы найдете и его рецепт, ведь разрыхлитель тоже можно приготовить самостоятельно. Ну что, поехали. И сначала я вам покажу рецепт очень классных, самых моих любимых блинчиков на кефире. Берем глубокое блюдо, просеиваем в него пшеничную муку. Муку можно взять высшего сорта или второго сорта специальную блину, разницы здесь нет. Затем добавляем в муку сахар, соль и немножко соды. В этом рецепте важно использовать именно соду, не заменять ее на разрыхлитель, потому что мы готовим блинчики на кефире, и сода с кефиром будет отлично взаимодействовать, и блинчики получатся пышными и мягкими. После того, как добавили в миску все сухие ингредиенты, разбиваем туда яйца и частями добавляем кефир. Каждый раз хорошо вымешиваем тесто с помощью обычного венчика, так, чтобы в нем не было комочков. Дело в том, что густое тесто размешать намного проще, чем жидкое, поэтому и кефир мы добавляем частями, а не весь сразу. Кстати, кефир можно использовать любой жирности, я обычно покупаю 2,5%, но даже на обезжиренном кефире блины получатся вкусными. Мне очень нравятся эти блинчики, потому что такие блины всегда пекла моя бабушка, когда я была маленькой. Я обожала есть их со сметаной или со сгущенным молоком. Да и сейчас тоже так делаю. Хотя и начинку в них тоже можно завернуть любую, как сладкую, так и не сладкую. Мне кажется, они классно будут а, сочетаться с творогом или с каким-нибудь мясным фаршем. В самом конце, когда мы уже размешали все комочки, добавляем в тесто растительное масло, обычное подсолнечное и снова хорошенько все это перемешиваем. Если вы готовите блины на антипригарной сковородке, то масло в тесто можно не добавлять. Вот такое вот тесто у нас получается. Оно не очень жидкое, но и не густое. Жарим блины, как обычно, с двух сторон на хорошо разогретой сковородке. Готовые блинчики нужно смазывать сливочным маслом и складывать топочкой друг на друга. Они очень вкусные, как в горячем, так и в холодном виде. Посмотрите, какие красивые. А сейчас переходим ко второму рецепту, и я вам покажу, как можно дома самостоятельно приготовить разрыхлитель, который часто нужен для выпечки блинов и оладушков. Нам понадобится самая обычная сода, которая есть на каждой кухне, лимонная кислота, мука и стеклянная или пластиковая баночка с крышкой. Берем баночку или емкость, с которой мы будем замешивать наш разрыхлитель, насыпаем в нее сначала соду, затем добавляем лимонную кислоту, примерно полторы чайных ложки, и в самом конце насыпаем муку, самую обычную пшеничную белую муку. Мука здесь добавляется для того, чтобы нам просто было удобно отмерять разрыхлитель. Посмотрите, состав магазинного разрыхлителя, он там точно такой же. Мука, лимонная кислота и сода. Плотно закрываем банку крышкой и хорошенько встряхиваем. Или можно просто размешать ее с помощью чайной ложки. У нас получается самый настоящий домашний разрыхлитель. Теперь не нужно бежать в магазин, можно готовить дома. А мы переходим к третьему рецепту. Точнее, это даже не рецепт, а способы складывания блинов. Я покажу, как можно классно сложить блины с начинкой тремя разными способами. Мешочком, конфеткой и блинным бочонком. Первый способ ⁇ блинный мешочек. В центр блинчика складываем начинку, загибаем его края кверху и скалываем их зубочисткой. И затем просто завязываем наш мешочек чем-нибудь прочным и длинным. Здесь подойдет стебель зеленого лука или обычный сыр-косичка. Мне кажется, что сыр использовать даже лучше, он точно не порвется. Второй способ блинная конфетка. Выкладываем начинку ровной полосой, немножко отступаем от краев. Затем сворачиваем блин в несколько раз и завязываем концы с двух сторон. Здесь тоже можно использовать стебель зеленого лука или сыр-косичку. Получается вот такая прикольная и красивая конфетка из блина. И теперь третий способ – блинный бочонок. Берем блин и сворачиваем его очень тугой трубочкой. Здесь начинку внутрь мы не кладем. Затем нарезаем наш блинный ролл на кусочки и фиксируем их тоже с помощью косички, чтобы они никуда не убежали и не развязались. Начинка на такие блинчики накладывается сверху с помощью чайной ложки. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Вот такие три классных, красивых и необычных способа, как подать блины с начинкой. А мы переходим к следующему рецепту. Будем готовить сладкие и очень тонкие хрустящие блины с маком. Берем глубокое блюдо, смешиваем в нем муку, разрыхлитель, соль и сахар. Перемешиваем все сухие ингредиенты с помощью венчика или столовой ложки и затем разбиваем в тесто яйца. Яйца мы берем целиком, белки от желтков здесь отделять не нужно. Слегка смешиваем яйца с мукой, затем постепенно начинаем добавлять в молоко. Молоко должно быть либо комнатной температуры, либо холодной. Горячее молоко, пожалуйста, не добавляйте. В самом конце, когда все комочки размешали, наливаем в тесто растопленное сливочное масло. Если сливочного масла у вас вдруг нет или вы его не любите, можно добавить самое обычное подсолнечное. И снова все хорошенько перемешиваем. И теперь берем мак и насыпаем его прямо в тесто. Снова все очень хорошо перемешиваем и вот только теперь отправляемся жарить наши блинчики. Обратите внимание, какое жидкое тесто у нас получилось. Жарим блинчики, как обычно, с двух сторон на очень хорошо разогретой сковородке. Готовые блинчики обязательно смазываем растопленным сливочным маслом или же кусочек масла можно наколоть на вилочку вот так вот и смазать эти блинчики. Складываем блины стопкой и подаем в горячем или в холодном виде. Они вкусные в любом случае. Посмотрите, какая красота. Всем любителям сладких блинчиков я настоятельно рекомендую попробовать приготовить вот такие. Они вам точно понравятся. А мы переходим к следующему рецепту. Сейчас мы с вами приготовим тонкие блинчики на молоке, а потом сделаем из них настоящие розы. В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем немного соли и немного сахара. Все это хорошенько перемешиваем с помощью венчика. Затем добавляем туда пшеничную белую муку и постепенно частями наливаем холодное молоко. Молоко можно использовать также комнатной температуры. Молоко обязательно добавлять постепенно и каждый раз хорошо вымешивать тесто, чтобы в нем не было комочков. Здесь все как обычно. Наши блинчики должны получиться достаточно тонкими, поэтому если вы видите, что тесто слишком густое, добавьте еще немного молока. Если тесто слишком жидкое, насыпьте еще немножко муки. В самом конце, когда мы уже получили нужную консистенцию теста, наливаем в него растопленное сливочное масло и снова хорошенько перемешиваем. Теперь, чтобы наши блинчики получились разноцветными, мы берем другое блюдо и наливаем в него половину теста. Теперь в это тесто мы добавляем немножко какао. Чтобы в тесте не было комочков, какао лучше просеять через сито. Дальше жарим наши блинчики, как обычно, с двух сторон на хорошо разогретой сковородке до румяной корочки. Лучше, конечно же, готовить блинчики на специальной блинной сковороде, но моя к тому времени еще не приехала, поэтому я готовила на обычной. Немножечко замучилась их переворачивать. Теперь берем наши блинчики, их уже можно есть, но мы сделаем из них красивые розы. Складываем блинчик пополам и еще раз пополам. Затем срезаем уголок, оставшуюся часть разрезаем так, чтобы получилась лента. И затем все это накручиваем в форме вот такой вот красивой розочки. Если вдруг непонятно, посмотрите еще раз поближе. Ставим розы на тарелку очень плотно друг к другу, чтобы они не развернулись. Такие розочки можно полить вареньем или медом. Очень вкусно и очень красиво. И мы переходим к следующему рецепту. Готовим белорусские, невероятно вкусные, нежные налистники с творогом. Это такие тонкие блинчики, которые запекаются в духовке. Очень вкусные, с творожной начинкой. Берем глубокую чашу или чашу миксера и отделяем белки от желтков. Желтки нам не понадобятся, их можно убрать в сторону, а белки нам пригодятся. Их нужно взбить с помощью миксера или обычного ручного венчика до мягких пиков, без соли и без сахара, просто одни белки. Теперь берем другую миску и смешиваем в ней муку, сахар и соль. Хорошенько перемешиваем все сухие ингредиенты с помощью венчика или столовой ложки. Далее частями добавляем обычное молоко. Молоко можно брать любой жирности, какой вам больше нравится. Молоко как обычно выливаем частями, каждый раз хорошенько перемешиваем тесто, чтобы в нем не было комочков. Правило работает для всех блинов. Когда вы видите, что тесто уже готово, добавляем в него наши взбитые белки. И аккуратно плавными движениями снова перемешиваем тесто. Здесь уже можно венчик убрать и пользоваться либо силиконовой лопаткой, либо столовой ложкой. Если же мешаете венчиком, то не делайте, пожалуйста, резких движений. Дальше разогреваем сковородку и жарим наши блины, как обычно, с двух сторон. Они получатся не очень румяными, потому что в них нет желтков, но вы не пугайтесь, мы будем запекать наши блины еще в духовке. Готовые блины обязательно смазывайте растопленным сливочным маслом. Особое внимание уделяйте их краешкам. Для творожной начинки смешиваем творог любой жирности, немного сахара и немного сметаны. Здесь можно добавить какие-то ваши любимые начинки, например, сушеный изюм. Начинка готова, теперь нам нужно сделать сметанный крем, которым мы будем заливать наши блинчики. Просто берем ковшик или небольшую кастрюлю и смешиваем в нем сахар и сметану, тоже любой жирности. Я взяла 20% сметанку. Ставим все это дело на плиту и варим на тихом огне, постоянно помешивая до полного растворения сахара. Теперь приступаем к формированию готового блюда. Берем блинчик, выкладываем на него творожную начинку и хорошенько заворачиваем так, чтобы начинка не вывалилась, никуда не убежала. Блинчик можно свернуть трубочкой или конвертиком или вообще так, как вам удобно. Главное, чтобы они все поместились в форму и вам было удобно их кушать. Когда все блинчики готовы, берем форму для запекания, смазываем ее остатками сливочного масла, затем выкладываем все наши блинчики очень плотно друг к другу, так чтобы все они уместились в форму. И заливаем наши блинчики готовым сметанным кремом. Крем лучше всего использовать весь, главное, чтобы он у вас уместился в форму. Готовим блинчики в разогретой до 180 градусов в духовке примерно 20-25 минут. Посмотрите, какие они красивые! Надеюсь, все мои блинные рецепты вам понравились. И еще раз поздравляю вас с Масленицей.